Хочу рассказать вам про наш новостной канал в Телеграме. Мы выкладываем всю самую актуальную информацию про свежие баги, обновления и новости из мира Доты. У нас уже 14 тысяч подписчиков, среди которых много топовых ютуберов. Даже я некоторые баги узнал из нашего же Телеграм-канала. Поэтому всех жду, подписываемся. Всем доброго времени суток, ребята, это Гудвин. Сегодня у нас First Blood на новичке в нашем составе, а именно на Никите, я так понял. Никит, ты? Я отдыхаю, да, мне хорошо сейчас было. Смотрите, хук. Вот. Сегодня будем выжигать противников Аурой и Никафоса. Мы это уже делали, Никафос сидел в Пудже. Но фишка в том, что спустя какое-то время были добавлены еще и аспекты. И теперь Никафос будет всех выжигать Аурой, и радиус этой Ауры будет становиться все больше и больше и больше и больше. И это кайф. Я себе куплю Транквил, Тараску, от этого у меня станет большое количество хп. А чем больше у меня хп, тем сильнее меня будет хилять уж, когда меня будет поглощать себя. Что? Где на лане вот это увы? Надо, чтобы да. Фармил алхимик. Кажется, она жадна. Я сейчас осознал. На паджике же не особо, да, надо что-то иметь. Ну, агоним ему запулят. Да, на паджике не особо много. На гуле, сейчас знаешь, два агонима ты можешь, ты можешь постакать, да. На гуле. Как раз ты со стаков получишь денежку. Я по себе трава просто на пульже купил. Так, окей. Никита в смятении, я уже слышу по голосу. А тебе Тараски, да, нужно снять? Тараска, Сашакая. И Транквилка куплю. Да, просто фу хп увеличивать. Слушай, ну я могу, ну, на самом деле я могу и Радианс купить. Радианс же, да, я на Радианс. А. У тебя ботл нет? Да есть, но типа мне не особо нужен, если честно. Я, конечно... Единственный герой, которому не надо. Я помню, на снайпере... Короче, мне помню, жопу сгорел, то что меня на снайпере ботл запулили. Ну, короче, весь день сосали. Рассказываю историю. Весь день сосали, на записи получали, вообще ничего не получалось. Блин, а материться же еще на записях нельзя. Ну ладно. Короче, и я говорю, я буду играть на снайпере, ботл мне не пульси. И, короче, проходит какое-то время, и мне пулят ботл. Я это воспринимаю, как бы, типа, ну ты совсем, типа, настолько рак, что ты давай даже на снайпере ботл получай. А, типа, нахер меня снайпере ботл, мне ни хп не кончается, ни вана не кончается особо. Ну и, типа, что ну плюс я еще говорил о том, что не пульти. И я помню, этот ботл разбил. Короче, и меня потом в комментариях забули, что я ботл разбил. Не смог посмотреть. Не стыдно. Да нет. О. Да ек, Макарюк. Да пусть стоит. Денежку. Ладно, Транквил, силу Транквил сюда. Телефончик тут звенит под ухом, ну его нахер. Так, что-нибудь. Лотос, забери я так. Да, я Лотос хочу знать. Скелету призвал. Тебе передам. Достаю. Опа, показалось. Стоп, прикинь, на КВП сейчас в шоке. Что? Транквил? С батлом. И Транквил, да. Что? Ну, спамить меня кнопки. Ой, мне кажется. Одна из самых бессмысленных вещей, которые может быть. Если бы я увидел бы Никафос с Транквилами и ботлом, я бы... Понятно. Кинжал можно не качать. Сейчас вроде не качает кинжал даже. Ну, мид-чарж. Ладно. Я даже не добегу. Я пойду маленький спорт. Там и Марс, ее. Там целая делегация выехала. А мне, да? Там Марс. Реально. Бегут. А, подождите. Я бегу. Да отстаньте, ёпт. Да подсоси стою, окей. Все. Отвяли от меня. Я же тебе пару клипов сохранил. Ладно, я не буду брать стихи, конечно, стихи имба, но...
О, вахтик. Скинемся по вороду? Да, да. А у нее нет. Саня, помоги. О, стоп, подожди. Опять на меня. Если тебе занадешь, получу стак этой пассивки. Не знаю. Думаю, да. Ну, по сути, динай. Так что. Пришло время. Да ёпта. Оп, 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 плюс один стак пассивки. Вообще, о, так я могу так подфиживать сейчас бегать еще. Слушай, вообще очень приятно, на самом деле. Разменяли. Тупо, как ты относишься к тиммейтам? Ну, я в принципе их разменил один стак. Который сколько, 8 секунд длится? Да, без таланта вообще 6. О, это раньше 10 вроде длилось. Так. У нас Марси. Ну, кстати, Барри где-то гуляет. Мида, наверное, на ноге бежит. Он мид бежал. О, новый опс. Мид все. Бежит, говорите? Не, у нас все. Он тогда меня, когда меня убило. Три героя сверху. Я что, умер, что ли? Может быть. Выжидать. Нет, это умер. Да нет. Короче, да я там, ты думал об одном. Поэтому я сдох. Ладно, неважно, у меня до КС оставалось 20 км. Так, донайте, смотричок, восхитительно. Ладно. Да и я просто закупаться не могу, мстить. Я хочу быстрее Диан купить. Из-за этого, конечно, чуть тяжелее стоять. Ты заметил? Стоять. Мы с тобой неприятности притягиваем. У нас всегда трое. Слушай, это наоборот, большие приятности лично для меня. Если они у вас, значит, они не у меня. Клопа под активку может сейчас к вам пойти, ребята. Пускай они немножко порадуются ситуации, которая на карте, ведь радоваться им осталось ровно до 15 минуты. Не более. Так, а Гуля Радик не купит? Не, я куплю. У меня же радиус Радика будет увеличен. Окей. Ну, конечно, блин, как же хочется призы какие-нибудь. Четверо. Так, а, ну, я выхожу мида с несколько для мида собрать. Да, все окей. Да. Ребят, а у меня нет телепорта. А мне это интересно. Сейчас тимфайт идет. Немножко не до этого, но. Я просто. Мы же тоже не так давно познакомились из здания с Никитой. Мне вот интересно, а у вас, ребят, есть какая-нибудь профессия, помимо дотерской? Конечно, очень важная профессия. Ну-ка. Профессия проектировщик, сметчик-проектировщик. Ну, проектирую дома, коттеджи. И, общем, по сути, архитектор. Прихожу, просто кофе пью, как бы еще. Я доволен. Слушай, ну супер ответственно. Короче, на Ютубе смотрел всякие видосы, где из спичек мосты делали и тестировали вот на вес. У вас было что-то подобное, ну, то есть, на учебе? То есть, вы там делали какие-то конструкции и проверяли их на прочность? Так, Саня, сори, у нас тут снова приколы из 4. Понял. У вас тоже там на прочность, смотрю, проверяют, да? На топе. А что, если пустер тут интересно? Пришел, можешь рассказать, что ты хорошо? Короче, я видел на YouTube видосы архитекторы, у них были занятия, где они из спичек строили мосты, и потом эти мосты проверяли на прочность, типа всякие на эти конструкции пускали там груз, вставали и так далее. У вас было что-нибудь подобное? Типа вы делали какие-то... Слушай, да это, наверное, круто было бы, но нет, конечно. Не было. Но кирпич точно делали. Сами. Да. Жестко. Нет, своя обратная практика была. Как раз да. Со спичками. Хорош, а да. У тебя, а ты кто по профессии? Я закончил на нефтегаз. Ёпта, нифига себе. А сейчас учусь в меди. Как так вышел? Я закончил колледж на нефтегазовом. А потом резко перекочевал в медицину. А не идти, даже капец как тяжело. Я помню, у меня сестра, короче, на психолога училась. И я помню, когда она учила название вот этих всех косточек. Не знаю, на каком курсе. Да, это вообще там у них же латинские названия, у всех этих костей в организме. Сколько, несколько сотен? Это ужас. Кости, потом суставы. Да. Так, ну чё, мы ждем 15 минут, нам сейчас
накинуться, да? Ладно, и мне конец, но я убил, я закупился, я прикупился. А, ну ты, кстати, живешь, сейчас три... С ума сойти. Кричать будешь? Она, хук она... Сейчас хук полетит. А, я попал, я попал, я попал. Только страшно, папа. Да, парень, я говорю, что-то не очень нравится. А что ты мета орёшь? Кому первому у нас АК немножко? А, мне. Я уже готов. Сейчас, смотрите, опять хук. Ну, я сейчас чилю. А мы далеко, Егор, мы далеко. Да. О, реген. Вот это. Звучит как... Ой, я! Что? Видимо, реген, реген копашек. Реген хуже достается после такого мува. Я не знаю, Аля! Че за хуйня? Убью? Аля на лесном крипе. Чуть-чуть не хватило, блин. Аля хуйню какую-то сделал. Саня, ты куда полетишь, мид? Да, я за экспой, наверное, слетаю. А за экспой. Да, мой, не знаю, мне жалко мой хту. Смотри, я могу хук кнуть. Эй, будет очень плохо. А у тебя штейсерок? Да есть, есть. Хм. Можно ее убить. А мне на гуле что-то саппортское собирать или там фейзики, как бы. Типа, да. Пайпы эти, кокерасы. Все хорошо. Если у тебя выпадет нейтралка на снижение магического урона, знаешь, там, третьего тира, да, вообще офигенно будет. Барабашки тоже можешь собрать, если не будет ауру скорость бегать. Динозавр летит. Телепортируется кто-то. Отменил. Так, что у тебя шаг скоро? О. Ну если съешь. Вашу верхнюю башню атакую. Что-то у него перелет случился. Банков наряжаю. По двоим. Баночка на тягу пошла. По-моему, работ пойдет. У меня сейчас сколько будет? Отойди, отойди на химике. Все, ему деваться некуда. Опачки. Соло. Ты догорел. Ты что-то уже выжигать начал, хотя у тебя же нет ничего. Но у меня... Аганим. Аганим есть, да. Так, что-то газку нужно? Сейчас, да, так. Хорош, пацаны. Приятного аппетита. Я не ел. Да, стоп, подожди. Ай, не смог заманить. Нарали. Подкормил. Тихо, почек за меня. А закупаться бежит или куда-то? Тут занято. Блин, ну, если она... А, ой, так, слушай, мы занята сейчас... Занята нах. У меня сейчас радиус вырастет. А я успею. Я, может, дотянусь? А, я... Ебать. Радиан, смотри, откуда жжет. Да, в моменте мне, конечно, ген ебать был. Прям как я. Хватит меня переехать. Слоны кошелоты на меня бегут. Ой. Слушай, если их подведете сюда, им пи***ь придет. Я ну, на меня прям лбискульт потратил. Я под тобой. Блин, ребят, надо срочно стать. Мы бежим. Так они сейчас просто исчезнут. А, они просто исчезнут. Вы посмотрите, как они тают. У меня хп реген. Ну, 70, конечно, но... Далеко ты, братишка, не убежишь уже. Все, он тоже умер. А он тоже сгорел. Черепа. Так, ну, кстати, так. Уже минуты до шарда, Санек. Уже сейчас нужно продать. У меня тараска скоро будет. Конкью еще хиляют нормально. Сейчас еще на стапу. Так. У тебя... Так, второй гонимчик еще на подходе скоро будет, да? Ой, ну, уже почти. Надеюсь, нападать хотят, да? Мы все, рядом, окей. Все. На кого напал? Я в копу уже кидать буду баночку. Давай. Блин, как же уже чапнуть? Вообще пупец. Что там по? Там руна XP появилась, так я сделал. А, чем мы так, все сделаем?
И сейчас уже шардик будет. Шардик, да. Вы кто не особо нужен, можете даже немного их начинать фарфировать, потому что эта срота очень сильная. Она пи***ц, она и сумасшедшая какая-то. На котле можешь уже пойти. Эх. С пистаки мы выкачали. На стриме из баки бы ее исполнили. Опусти ПТС. Пока не пофиксили. Ну что, мне больше не... Химика как аганим выформит эту мотоцикл. А, кстати, ебать шмотка ебова есть, которая ману, короче, в хп превращает. Она же увеличит регенерацию хп на 50%. Это вообще сумасшедшая шмотка с третьего тира. Надо пачки скрестить, чтобы она выпала мне. Шардик есть. Так, ну у меня таряска скоро. Ой, Лёвыч. Давай. Единственное, что я, возможно, буду туда вылазить, чтобы косу сжать. Хотя... Гости с Ямсенёк и полетим на травах. В топ? Ну, давай. Да, скорее всего, топ еще. О, и еще мой РТТП дала в тройку, прикиньте. Даже так? Сколько? Увидели, увидели бедного кодла. Летим. Давай. Пока тухленько, сразу говорю. Так что я вылезу в моменте косу дам. Кусишь? Пошла. Бля. Есть на поле зависть? Ладно, это... Я хотел... На некрофоса файт чисто. Некрофоса разобрать. Я думал, Саню лучше залезть. 210 хп в секунду, Елен. Там дышечка еще. Да, надо в меня залазить. Все, я готов для Фуджика. Е-ма-е. Что сейчас будет? Сейчас начнется тряска. Да. Причина тряски. Начинайте сразу фидить сейчас. Интересно, ну, хотя бы как-то можно противостать этой строке? Вот на химике и на котле прям вообще. Вот я буду просто эту здесь могу качаться и... Ладно, меня сейчас будут убивать, наверное. Не понял? Сынок, давай скушу тебя. А подожди, меня сейчас Гуля залезть тоже. Меня сейчас Гуля должен залезть. А, давай. Мне хп надо увеличить. Так. Да. Блин, у него правда чуть-чуть экспы на 12. Так, ну чё, 260 хп регена, 250, ама, сносите. А, фу, я думаю, два враги. Батя, что пех укрыл? Оп. Слушай, неплохо. 230. Пошла возня. Ебать, где они? БМчик там пошел. А радиус-то у меня увеличивается. Сейчас мой арт сейчас пойдет. 10 стаков, садись. А можно оранжевую посмотреть? Ну, блин, нельзя пока я... Сижу. Только я ну-ка, надо хрипак, надо хрипак. Ну ладно. Мне надо было Тараску купить, короче. А, хрипы сдохли. А, трауры сдохли. А когда они успели умереть? А ДД мы не забрали в боте. Она же усиливает мэджик. Дэмэдж тоже. Так, сколько у меня? 244 хп в секунду регени сейчас. Такая у меня... Хрипа даже смысла есть нету, чтобы отхилиться. Это правда. Ну, иншайсы только. Так. Я сейчас шардик куплю, еще будет 300 реген. 300 хп в секунду реген. Опа. Она ОХП блинганулась по-любому. Так, сейчас появится новый. О. Опа, пошла возня. Ты же вообще другого целился. Смотри, что с ними. Что с ними? О боже, блядь. На меня нарвали. Это что за пиздец? Ё-моё! Он еще и жжет через полкарты. На химике тоже фить, пожалуйста. И сквозь БКБ жжется. Не, ну это имба. Это одна из самых вообще сильных, ну, одна из самых имбовых стратегий, мне кажется. Да. А что день? Только Тараску надо купить. Руна щита, смотри. Он убегает от меня, я не могу видеть. Они боятся. Многие еще бы они так зашугались. У тебя шансов добить хипа 0. Думаешь? Одного добил. Двух. Там две монетки были. Слушай, мы передамажим фонтанником. Я не тралку выбил. Полетели. Подбери. Ебать. А так можно? Нет, так нельзя. Не тралку. Я курьером лечу спасать. Мы все это время ФК просто фармил. Все это время с ним. Ай, почти добил крипу. Он думал, нейтралку мою ты мою нейтралку потерял, Егор. Сейчас новую найдем. Я ее подбираю уже, крой.
А где нетралка? О, вот она, вот она. Если вы сейчас... Да я там уже на упреждение кидал. Блин, а ты можешь сейчас скинуть? Можешь сейчас скинуть? Ладно. Нетралку. Я курьером подниму. Ну, блин, я себе этот взял. Ну ладно, просто мне будет обратно везти. Блин, чего они бегают? Мы бы вторые травмы купить? Мне кажется, ты можешь... Я их достаю. Мне нужно атакан скрыть под фонтаном. О, хорош стрела. Забайтил. Папа ульту отдала в меня, хотела хоть один фраг. Опа, на, смотри, кортик подошел дать. О, чёрт. Смотри на ее хп. В засаде сидит. Мне даже интересно, какая сейчас, какой радиус сейчас. А если по спонтанству здесь уже забатит. Они по-любому не затерпят. Опа. Первый пошел. Я дал для мертвых конфет. Выйти? Блять. Ой, what the fuck. Ну как сказать? Смотри, она чахнет. Подойди сюда, там не капус чах. Как будто я умру. Да нет, как будто бы нет. Нет, это невозможно. Мега вонь. Так, а не тралку даже второго тигра, не? Да будете же уже. Куда ты будешь? Ну обратно. Да сука. Да я шиву куплю, короче. А шиву в гуле, кстати, может? Да я. Да ладно, чё? Там. Блин, или как же тараску сложно купить на самом деле. Ладно, ладно. Окей, давайте шиву гулю. А перезалезь на гулю, кстати, у тебя же не было 12-го, по-моему. А, 60 секунд, когда. Не, гуля шиву тогда... не купит, он деньги не особо вот, получает. 100. Тогда перерыв, раз у нас минута когда. Никита. Там я все в хаги забираю, поэтому там до Никиты ничего не доходит. Это как в этом, в карикатуре. Богатый и бедный, где с вентиля. Богатый папа, блин, это. Без вас, наверное, не капельки будет, доходят. Ой, не надо. О, блядь. Меня лупят, ребят. Печально. 20 секунд, я иду. Я всех скину. Блять, на котла просто 5 человек вышло. Короче, мы сейчас им фонтан отключим на. А, еще школбочка есть. Короче, мне осталось вот так вот, и у них фонтан перестанет работать. У них будет минус сколько процентов? А, минус 50% восстановления здоровья. Аурхей. То есть фонтан будет 2 раза слабее. А у тебя какой лево? А, не, в меня назвалось, меня. А как это так? Нужно 3 уровня, чтобы зачитить интерес. Как? А как так нажимаю? Контр-альт. Контр-альт. Нет, так не шар, все правильно. Все верно. Ну, на способность на ульту. А у меня вот уже... А мне моя, без вас на самом деле слабенький. Ну, еще бы. Нет, ну мы справляемся. Ага, слабенький и... Ладно, да. Не такой шаленький. Это нормально, это на тараске. На тараску важный. Ничка осталось. Ничка осталось. Короче, что, будем выжигать их под фонтаном? Мне кажется, пришло время выжигать под фонтаном. Под фонтаном? Давай. Ну сейчас у меня осталось копейки. Вот так. Я в гейт залезу и этот возьму тебя. Че, вот ты че бы ты сделал? БКВш не помогает. Ой, это же дух. Не дерись, сынок. Я хочу посуду. Так косы хочу получить. Нашла коса на камень. Ну, камень-то. Куси камень. Все, Санек, пора. Так, все есть. Погнали. Под шкону. О, регеночка. Погнали. Так, краска есть.
то теперь меня наверх зареколи. И Фити, 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 не забывайте. По сути, вот если с играешь с Аганил, ты можешь просто в ботусе регенку засунуть и Фати реген прожать, да, и все помрут. Да. О. Ты на фонтан прям хочешь? Надо сначала их загнать под фонтан. Мне кажется, они просто на фонтан не вернутся, если ты там встанешь сейчас. Давай поищем их. А вон бардумчику. Они сейчас, наверное, захотят сраги легкие. Наживо, наживо сюда. Эй. На них Шива не действует. А, он отменил. Он отменил забег. Чего? Капец радиус. Его отсюда прям жгет уже. Офигеть. Ну потому что и уже был получен. Быстрый пацанчик. А, погнали, ты два сломаем бы. А, вот он. О, ща. Да. Сказал есть быстрый пацанчик, я как будто бы сейчас донат папича, блядь, услышал. Там же добрый початок. Да, такой. Она вообще куда-то испарилась, Лёнка. Добрый початок. Добрый пацанчик. Боже, у меня ощущение, что у меня Шива не работает. Шива не работает? Ну, потому что нет эффекта Шивы на врагах. Хотя на них нет эффекта моей ауры, да? Сейчас на хипах проверим. А, ну на них нет эффекта моей ауры. Ну, наверное, работает, чё. Кто-нибудь будет это верить. Погнали, погнали попушим. А то что тянуть-то? У нас сейчас пик силы. Под фонтан их загоним, и там будем сейчас мариновать. Хорошо, Саш. О! Только не котла. Вот обижают, меня обижают опять. Нормально, нормально, нормально. 16 человек. Бля. А вот и пух. Скример. И шел заступаться. Чик-чик. На перехват, на перехват. Смотри, жгет, жгет, почти умерло. Ну, да. Сколько хп там осталось? Под фонтан, ладно, под фонтан надо зайти. Надо, надо. Бежим, бежим. Но у меня радиус уменьшается. Это от холода. Ой-ой-ой-ой! Не хватит. Сбил. У Пуджа очень мало армора и не хватает фонтан. Сейчас все будет, подойти, я... подойти к фонтанчику. Один умрет, все умрут. Ай-яй-яй. Пошло, пошло. Дальше, 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 он я там где-то. Давай. Вот он. 5 секунд, гост. Он умирает, подойдите чуть-чуть ближе. Как только фонтан, он умирает, да все. Да я так. Давай, я давай, так. Давай, давай, давай. Чик, делал обратно. И съел. Да. Нормально, 500, баланс 500, 500 хп гигиена пойдет. Да, говорят, Марс я... вниз крутая. Вот, я ульту апнул, мне перезалезть? Да. Давай, давай. Перезалезь. А, мне надо вылезти, получается. Говорит, халява. У меня 500 хп гигиена было. Пауза. Начальник пива ставит паузу. Да, знаю, еще одна тараска. Ну, жестко, жестко. Так, а тебе лучше 20 тогда ушапнуть. В тот раз. Тебе 20 надо апнуть. На гуле. Okay. Так, возьмешь он экспы тогда сейчас вот тут на 28-й? Я, в принципе, даже шахмат не соберу. Да-да-да, на, который снижает магическую защиту. Было бы идеально. А какая, кроме пайпы? Снижает? Не, снижает магическую защиту, вот нейтралка такая, церемониал роб. Нейтралки нет, нормально вообще. Может, мне выпадет она? Да, мне выпало. Стоп! А у меня, надеюсь, у меня не было дубона. Надеюсь, у меня не было дубона. Давай. Паша, скажите, пожалуйста, ой, что у меня не было. А! Я без некрофа, кстати. Ура! А. Кура? Про некрофа там забыли. Там это они за... мне даже без вас не пробивают, смотрите. Мы еще мешались. Ого, а вы что на минуту? Морально, стилич. Грубо. Так, залазай. Сдавай, залазай. О, 200 киски. Егор, кушай, кушаться. Пришло время кушаться. Давай, 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 давай. Жаль, я никак не могу бафнуть колбой некрофоса. Дубон. Пожалуйста, у меня не было дубона. Я хочу верить, что у меня не было дубона. Ой, 600, 600 здоровья в секунду. 600, 700. 700 здоровья в секунду. А, так у меня 20 стаков. У меня радиус. Это, конечно, у нас... Ну вот, мимо много мелочи пузатой попередохло. Мы телепортировались, все хрипы вокруг и сдохли. Наверное, это стаки дало. Силы
Вот. Вот опять сдохли. Сейчас смотри. Будет 30 секунда, и все помрут. Смотри, еще чтоб тебя на фонтан не закинули. Там, возможно. Ой, как промазал. Марс выпинает. А, что? Я закинул. Неплохой байт, кстати. Ого. Смея, мои поступки. Нечем, нечем, Егор, нечем. На нечем и им тебя. Ты че, Муэр только не взяла? Ну да. Вообще было близко. Ну да. Да мне кажется, нет. Да. Близко, близко. Нет, а Баджик, Баджик почти умер. Да. Почти, ну, там еще не крачось вылезет. Там еще не крачось там. Очень близко. Киндер-сюрприз. Вы конченый. Вы конченый. Крипов надо убить. И куда же бежал-то? А хотел его продать стик. И тут тоже убить. Тоже убить. Совушку. Ну-ка, давай. Сам так, ты. Крипы хорошо фармятся, видел? Я сейчас трех забрал. Ага. Я сейчас на тебя тэпнусь. Сейчас на тебя тэпнусь. На химике. Давай, давай, я байчу их, и ты прилетаешь. Не ожидают. Давай. Вообще идеально будет. Он под фонтан пошел. Я под фонтан, вытолкнули. Не так быстро, я не умею. Пошел Дивард. Ну только он до этого не достал, смотри. А чё за никнейм? Чё такое на маку тихо-то? Чё это такое? Это над стекском чё-то? Это робот. На маку Тирта это не значит. Ой, это... А кто это написал? Не знаю. С таким никнеймом выдали, я сам не знаю, что это значит. Не успел поменять. Это явно что-то страшное для игрока. Забился в угол. Я каменел. Кстати, опасная ситуация. Ой, опасная ситуация. Для врагов. Для врагов все правильно сказано. Ультра хилл. За похуй ему мне. Ну-ка что? Да. Да. Куда, куда, куда? Куда он побежал? Вот тут, вот тут, вот тут упал. Аватар? Он сюда бежит. Не думаю. А он все-таки выбежал? Вон он. А, вижу, вижу. А, я думал, достал. Блин, надо было покупать, короче, синжельяшу какую-нибудь сразу. О-о-о. Слишком сильно. Почему-то мало, я не понимаю. Тревлаген Вейс? 440. Можешь тэпнуться потом к нам? Мы пока подержим их. 20 секунд. Я на ноге приду. Давай, давай, блин. Я с лотосом, я сейчас побегаю. Я веду их, короче. Давай, давай. И тут пришел Рамзес. Это как среди всех? Убегает на фонтан, бедный. Ой, вывалился. Марси не убегала. Марси за спине. Подожди, я знаю, что надо сделать. Сколько? Сколько? А, 10 секунд ультимейта, да? Бегут. Так, ты не ешь пока. Сейчас я нажму ГОСТ, и ты меня перестишь. Давай, съедай, съедай меня. Ебать, 1000 урона в секунду отхил. А где Мэр? Блин, он выжал в могилу. А Мэр? Ну, я видимо, поняла, что фонтан самое безопасное место у них. Ой, не успел, я нажал глиф, не успел. На нашем фонтане безопаснее. Ладно. Че, МБ, найдем ее. 38 стаков пассивки у Пуджа. У меня всего 5 косок, косичек. Что-то могу заподозрить, да? Что-то... А. А чё второй баунти не взял? Ты чё? Егор, чё? Он одну взял, вторую оставил. Чё ж, мне аж хуй устал. А тебе чё, мало денег, блин? Мало. Ой, у меня аспект не тот. Сейчас за рекой. Мой арта в топе, тэпаешься на меня, я застану. Давай, 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 давай. Этот справа, вверх выжал. А, она уже умирает. Так, да, мы смотрим. Кстати, сверху она сгниет. А, это... Все сгнило. Где-то умерла. Не стала персонажем. ЖДшечка. Уже близко. Беги. Хоть знаешь, в начале файта я буду вылазить, ты мне будешь съедать. Окей? Ну, то есть я буду прижимать шраут, ты меня съедаешь. Вот я буду пытаться колбу еще Марси кинуть. Марси текает уже сразу. О, копа на меня, смотрите. Сейчас за что Сарис ходит?
Как в первой доте вы меня бусили форстафом, чтобы хук дальше летел. Было, было. Похоже, они сдаются. Как будто вообще прям с нулевой нужно филить. Ауги, ауги, он сломал. Блин, такой, знаете, аж реально с ними смотреть хочется такое что-то похлопать. У нас еще морячий. А что это с ним? А я играю на Никафосе, а морячий играет на Пудже. И нет. Вообще кайф. Звучит как имба. Ну, очень сильная стратегия. Давайте посмотрим, сколько там дэмэджа было. 100 тысяч дэмэджа. 100 тысяч. Лечение. Оп, ты минут 1200 золота. Имба. Ладно, говорит, всем спасибо за просмотр. 80 тысяч. Теперь видосы будем стараться выпускать каждый день, как и раньше. Надеюсь, вы не сильно скучали. Все. Всем удачи, всем пока.